Это ацтекское золото. Одна из 663 пляшек, что индейцы отнесли Кортесу как выкуп. Выкуп за кровь, доставленный с надеждой положить конец расправам. Но алчность Кортеса была неутолима. И тогда языческие боги придумали страшное проклятие. Любой из смертных, кто возьмет хоть одну золотую бляшку, обречен на вечные муки. Так выпьем чарку йо-го. Команда грабит суда и порты уже 10 лет и не оставляет живых. Совсем никого? Откуда тогда слухи берутся? Сынок, я капитан Джек Воробей. Смекаешь? Откуда это у вас? Этот Джек Воробей, он говорил о жемчужине. Скорее упоминал вскользь. Если вытащишь меня из-за решетки, обещаю, я доставлю тебя на жемчужину. К твоей красотке. Добро пожаловать к нам на борт, мисс Тарнер. Шагай. Я не знаю, как жил Джек Воробей до того, как отправился с Тортуги за кладом на Исла де Муэрта. Это было в то время, когда он был капитаном жемчужины. Что? Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной и той же сущности. Ты вроде бы сдох. А разве нет? Вам придется поверить в легенды о призраках. Вы среди них.